Друзья, ну я вас приветствую в новом влоге. Тут уже обратил внимание, что я сижу не в Вольво по черной коже. Все правильно. Я сейчас в своей старой Шкоде, на которой сейчас рассекает маман. Когда я ее отдавал, было, по-моему, 72 тысячи пробега. Мама проехала всего 4, хотя уже больше полутора лет прошло. То есть она мало ездит. Вообще тачка огонь. Я прям с теплотой вспоминаю ее. Сколько у нас было автопутешествий. Вообще такая ностальгия. Ну, а я пришел чуть пораньше, Катя там сейчас собирается, ну, для того, чтобы вот транспортер повесить, зарядочки тут принес из Вольво, потому что тут их мало, ну, и заодно немножко прогреться, потому что на улице холодновато, льет дождь, всего 6,5 градусов, ну, и, конечно, будем снова ждать хорошей погоды. Я, конечно, немного отвык от этой тачки, но сейчас, думаю, быстро привыкну, потому что рулежка отличается по сравнению с Вольво. Так, я уже прогрелся и буду ждать Катю. Вот она как раз и бежит. Садись в машину, легенду. Знаешь, сколько я на ней покатал? Ух, 71 тысячу. Как тебе погодка? Ужасно вообще. Катя сегодня Adidas. Если что, вот смотри, зарядки. Тут есть. Я единственное, знаешь, что еще забыл сделать? Тут отдельно приходится вешать вот эту штукенцию. У меня она встроенная. Ну, вот здесь, да, установлена. Тут вручную. И надо будет поставить телефон. А что, так низко нельзя выйти, да? Можно повыше, я просто рукой так, не знаю, так получилось. Как это работает? Не-не-не, надо вот так вот, смотри, сделать. Тут как присоска. И повыше. Сюда нельзя? Можно. Не-не-не, сюда не получится. Почему? Ну, тут же вверх она, видишь, вот так вот делается. Она просто задевать будет, и все. Все, все готово. Да, погода ужас вообще. Ну все, она, в принципе, прогрета. Я даже забыл. А, во, если что, смотри, вот сюда нажимай. Если надо будет попку погреть. Надо. И температуру, наверное, побольше, да, 23 включу. Ну что, едем? Как попку греть? Да, да, все, вот это на троечку. Катя подметила, что мы сидим очень низко. Ощущение, что по асфальту скребемся. Ну да, мне немножко тоже, я отвык. Очень низко. Я еще, видишь, сиденье так сделал себе. Прям максимально низко. Мама высоко сидела. Вот. Ну ладно, ничего. В принципе, все равно удобная тачка. Просто это вопрос сравнения. Так, ну что, стоим, ждем. Я надеюсь, этот последний чувачок. Да. Мы уже немного опаздываем с тобой. Ну ладно, если что, постараемся чуть-чуть нагнать. По топливу у нас все хорошо. Мне так нравится эта приборка, то, что она не цифровая. И все реже и реже машины производятся такими. Это интересно, потому что стрелочки крутятся, а не просто дисплей. Все, колеса поменяли. Кому интересно, здесь бриджи Тюранза. Они абсолютно новые. Я даже не знаю, сколько на них проезжено. Километров 200, наверное, в сумме. Вот. Так что все сделали. Сейчас остается только сход-развал сделать. Но тут диагностика бесплатная. А там посмотрим, надо, не надо. Я сейчас еще прифигел, когда залез в магазин и стал смотреть, сколько резин зимняя и летняя стоит. И офигел, все подорожало. Капитально. Резина, которую я покупал за 16 тысяч, сейчас 23 стоит. Как?
получается, когда вы едете, рот чуть-чуть направо, потому что в ровно ехать чуть-чуть направо. Я не кажется, он будет залететь, но сам справа. Передний? Да, при переднем правом колесо. Ну, это долго? Нет, это одна ось минут 5 займет. Да. Регулировка одной оси 2000 рублей обойдется. Полмоста не было? То есть полмоста осталось? Полмоста, ну просто дыра 800 метров. На все угли завели наши. Крыш поменяю. Деньги себе. Поменялось, а нет. Как договорились? Он папа что показал. Сейчас на трассу заедем. Объясняй, пожалуйста, подписчикам, что трасса – это заправка. Бензоколонка, да. Нет, конечно. Там хот-доги есть, и пацаны говорят, что вообще покушать нормально. В этой машине, в принципе, даже торпеды не видно, да? Да. Ну, ты здесь видишь, скос другой. Но она скатиться может легко. Да, но скатиться здесь немножко проще. Ну, ничего. Я буду держать, если что. Еще шнур здесь висит. Мне очень понравилось здесь. Такие веселые ребята. Классно. Поджопники дают друг Атмосфера другу. У них, конечно, классная. Так коллектив. Работать. Знаешь, вот я смотрю на эту работу, думаю, блин, тяжело, наверное, колеса таскать, там вот это все, ну там пахнет. Гайки крутить. Да, воняет всякими средствами, это тоже вредно для здоровья. А в принципе, у них там весело, не так уж все сурово, как я думаю. Important, though.